Традиционно в марте стоматологи напоминают пациентам о необходимости регулярной диагностики своих зубов. Именно на этот месяц приходится такая дата, как Всемирный день здоровья полости рта. Несмотря на ежедневное использование профилактических и отбеливающих паст, время от времени нам все же приходится идти к дентистам, которые способны одним ловким движением избавить от зубной боли и приложить все свое умение для того, чтобы с наших лиц не сходила белоснежная, обаятельная улыбка. И делать такие визиты в стоматологическую поликлинику необходимо не реже 2 раза в год. Для того, чтобы сохранить здоровье полости рта, десен, зубов, порядки, надо выполнять простые правила, такие как чистка зубов каждый день, 2 раза в день, утром и вечером с обязательным использованием зубной нити, регулярное посещение стоматолога минимум 2 раза в год и, конечно же, правильное питание. Таким образом, надо каждый день любить себя, заботиться о себе и позволять нам, стоматологам, заботиться также о вас. Сегодня у каждого есть возможность выбрать по душе и специалисты, и материалы для проведения манипуляций, и время. В Брестской стоматологической поликлинике работает не одно отделение. Спектр предлагаемых услуг широк. Функционируют как бюджетные, так и платные кабинеты. Все для того, чтобы человек сам определял свои приоритеты. Но в этом перечне особая ответственность лежит и на каждом из нас. Здоровье полости рта – достаточно сложная составляющая. И от гигиены, от пищи, которую употребляет человек. От того, насколько ответственно он подходит к чистке зубов, тоже зависит немало. В частности, в вопросах чувствительности. Одна из причин из жалоб, которыми приходит к нам на прием пациент, это также чувствительность зубов повышенная. В основном, частенько это бывает зимой, в зимний период, когда употребляем много количества фруктов, и летний период, когда уже много ягод кушаем. Объективно во рту, что мы можем видеть? Можем видеть оголенные шейки, эрозии зубов, клиновидные дефекты, может быть начальный даже кариес. Что советуем пациенту? Если не лечится, профилактически. Чистка, желательно чередовать пасты, лечебно-профилактическая плюс пасточка со фтором. Мягкая щеточка, дополнительные средства гигиены, такие как ирригатор, зубные ёршики. Профилактика – залог здоровья. Не стоит бояться прийти на прием, тем более сегодня. В Брестской стоматологической поликлинике готовы принять каждого, кому действительно нужна помощь. Ведь всем хочется искренне улыбаться как можно чаще.